Служба безопасности Украины разоблачила хакеров, которые воровали деньги с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Злоумышленники с помощью специальных компьютерных программ получали доступ к персональным данным клиентов банков из более чем 20 стран. Потом по фальшивым платежкам выводили деньги со счетов. Сотрудники СБУ уже провели обыски по месту жительства хакеров в Киеве, Одессе и Черновцах и задержали организатора этой группировки, гражданина одной из стран Ближнего Востока, а также его сообщника, который отвечал за техобеспечение этой операции.